Короче, я отключил инкубатор от сети, от всего. И надо их оросить. Скорлупа размягчается последние три дня. Ей легче, ему легче будет проклевывать. И влажность должна быть высокая. Ну, заодно охладить их чуть-чуть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, два, 47. 19-й день. И проклевываю уже и... Раз, два... Ребята, ничего, вот представляете, яичко вылупляется. Какой вот еще, смотри. 4. Вот еще. 5. А, вот же 6. Клади сюда. Или нет? Нет, нет. Не завтра будут тут бегать. 4. Вообще для них вот уже 6. Вот еще. И ты что, теперь всю ночь не будешь спать? Ну, послежу. Потому что первых птенцов надо убрать, сохнуть. Я их приготовил для них вот. Они будут вот это место. Вот с этой лампой. А что за писк? Внутри они пищат. Все, закрывайте, хватит их морозить. Писк-писк. Поэтому папа спать сегодня с тобой не будет. Сегодня, что ли, выборы президента Америки? Сегодня?